Здравствуйте, милые! С вами Яна Гуд из Школы любви и женской магии. Сейчас идет война, сегодня 4-й день. И я очень остро ощущаю ту проблему, которая нарастает в пространстве. Возможно, свобода слова, доступа к Инстаграм, к Фейсбуку, к Ютубу будет прекращена. Никогда не известно, что за собой несет война, но всегда она несет за собой страх, разрушение и горе. Поэтому я хочу создать телеграм-канал, в котором я смогу помочь всем. И те, кто платные участницы школы, и те, кто просто через YouTube-канал, через мой Instagram познакомились со мной, со школой и с тем посылом, с теми знаниями, с той мудростью, силой и красотой, которую я несу в этот мир для женщин, которую я раскрываю внутри себя. Силу женской магии, женской любви, женских знаний. И я приглашаю вас присоединиться в этот телеграм-канал, где у нас будет портал женщин, осознанно поднимающих вибрации любви в себе и вибрации любви в пространстве. Сейчас это самое главное. Это самое главное — не дать возможности страху, тревоге, эгоизму, желанию, инстинктивному желанию просто спастись, закопать голову в песок и думать, что как бы обо меня пронесло. Мы должны раскрыться и именно поднимать наши вибрации в любовь. Я смогу для вас приглашать вас в Zoom, либо скидывать вам видео, которые уже будут в записи, где мы будем встречаться и проводить живые встречи. Все это для вас будет абсолютно даром. Нам сейчас очень важно всем объединиться и поднимать свои вибрации, трансформировать вот ту темную энергетику, как вот темные тучи, которые будут сейчас над человечеством тяготеть. Мы должны их разгонять. И разгонять мы их можем только через любовь. Мы должны объединяться в любви. Все женщины, украинки, белорусские, русские, казашки, китайцы, не знаю, все, вот, все со всего мира женщины. И вот у меня будет два канала для англоговорящих и для русскоговорящих. Вот мы прям создаем прям сегодня для вас эти два телеграм-канала, именно которые для всех. Потому что у нас есть телеграм-канал для участниц наших онлайн-ретритов. Для них особая информация. И даже их всех я приглашаю присоединиться еще к этому новому телеграм-каналу, где у нас будет возможность, ну, свободы в доступе, и где я смогу проводить с вами практики, исцеляющие, поднимающие наши вибрации, объединяющие, отвечающие на ваши вопросы. Нету больше «я» и «ты». Есть «мы» в этом мире, есть женское поле. Нету врагов. Мы должны объединяться. Мы должны наполняться и объединяться, и трансформировать это поле на планете Земля в любовь, в цветение. Ой, я очень взволнована, конечно же, простите меня. В общем, я приглашаю. Я открыта быть в служении вместе со своим мужем, помогать и вести, поднимать вибрации в любовь, в осознанность, в просветление, в осознание, в принятие того, что происходит. И возвращать радость, возвращать благостность, возвращать покой, мир в наше сердце, в наше пространство. Это очень важно для наших детей, для наших мужчин. Я люблю вас, благодарю вас и приглашаю нас всех объединяться. Спасибо. Все описания, вот вся информация сейчас в конце видео для вас будет. Под видео присоединяйтесь. Я вас жду.